Недавно по телевизору показывали репортаж. Журналист у рыбака спрашивает: а чем вы подкармливаете молоденьких щучек? Этот козел выдал: сколько молоденькую не корми, а подпоить все равно придется. Дома насчет рыбалки только заикнулся. Теща говорит: фигу тебе, а не молоденьких щучек. Водички в тазик налей, я тебе туда бычков в томате запущу. Сиди, лови, сколько влезет. Сел, ловлю. Теща схватилась за телефон, говорит: алло, дурдом, срочно приезжайте. Тут мой зять звезданулся. Не со стула, с ума. Теща психиатрическую скорую помощь встречала хлебом с солью. Санитар в квартиру вошел, она ему 500 рублей сунула, говорит: забирайте, клиент созрел. Санитар подходит ко мне, долго смотрел на тазик. Потом говорит: так вот ты какое озеро Байкал. Теща заметалась: мальчики, я сейчас за водочкой. Он говорит: женщина, это не вы вчера случайно участкового покусали? Я говорю: профессор, у нее алиби. С утра была сытая, сожрала всех моих червяков. Он говорит: мамочка, тогда вам к нам. У нас в дурдоме такой огород. Там и червяки, и жуки, оттянетесь по полной. Сосед здорово прокололся. Узнал, что жена едет в командировку, отпросился на рыбалку. Тут же побежал на лоджию, стал названивать любовницей. Алло, шхуна 9? Шхуна 9, я первый, шхуна 9, ответь первому. Танкер уходит в кругосветку на 3 дня. Полагаю быть в бухте завтра в 7:20, как понял. А танкер у него за спиной стоит, сковородкой жонглирует. Не, жена у него молодец, слова не сказала. Била молча. Потом говорит: карась кривоногий. Танкер остается в родном порту, и ты тоже. Он потом 2 месяца в гипсе ходил, теперь дома сидит, крестиком вышивает. Ногами. Потому что руки до сих пор в гипсе. Другой мой знакомый на рыбалке перебрал, вернулся домой — из одежды женский халатик, декольте, а на груди губной помадой написано: «Виталя, ты супер!» А в ведре вместо рыбы 20 штук бигуди. А его жена сама полчаса как с рыбалки приехала, с другой речки. Глаза в пучок, из одежды китель и ласты. Мужа увидела, как звать не помнит. Хорошо у него написано, что Виталя. Так: Виталя, а что сегодня без жены? Ну, сварила она ему уху из бигудей. Сидят, едят, нахваливают. Он в женском халате. Она в ластах. А были б трезвые, поругались бы. Уху-то она пересолила. У Сашки Герасимова жена как прокололась. Муж говорит: Зина, завтра едем на рыбалку, я, Петрович и Эдик Бабаян. Она говорит: Сашка, ты мне хоть Эдика оставь, без него будет совсем скучно. Под Севастополем мужики поехали ловить кефаль. Сунули в море 5 бутылок водки, ну, чтобы холодненькое. И не могут найти. Носятся по берегу, 2 раза мотались до Сочи и обратно. Нету. Пошли искать водку по дну. Нашли? Чуть левее Стамбула. Туда-сюда смотались за 3 часа. А эти разговоры у костра. Оказывается, если выпил, нельзя плевать на червяка. Червяк от спиртного звереет. Один мужик выпил, плюнул, закинул удочку. Червяк загрыз 2 щуки. 2 часа гонялся за водолазом. А потом полез бить морду инспектору рыбнадзора. Еле оторвали. Поехали мы с Толиком на рыбалку, взяли с собой 2 литра водки и 8 удочек.
Потом поняли, что погорячились. Вернулись домой, взяли наоборот. 8 литров и 2 удочки. Выпили, сидим на бережку. И тут Толик поймал золотую рыбку. И она спрашивает человеческим голосом: «Мужики, есть билетик на концерт Стаса Михайлова?» И вот мы заорали с Толиком нечеловеческим голосом. И тут пришла Белочка. Говорит: «Мужики, хватит пить! Я из-за вас уже 3 года не могу уйти в декрет!» А если серьезно, я недавно понял, наша жизнь очень похожа на рыбалку. Просто сидишь и ждешь, изредка выпивая.